У меня такой эфир чисто такой. Сколько вам лет? В ноябре бы 28. Ну, типа 27. Что любишь, мясо или сладкое? Морепродукты. Ну, типа, если выбирать между рыбой и мясом, я бы выбрала рыбу. Я не мясоед. Ну, мне редко хочется там какого-нибудь мяса. Но, типа, рыба, овощи гораздо прикольнее. Есть люди, которые прям кусками мяса едят. Мне аж противно. Стейки вообще никогда не заказываю. Вообще никогда. Вообще. Ну, типа, если только видала тонато нарезанное. Белорусминку. Ну, типа, вот, когда люди говорят, я так хочу кусок мяса. Ну, типа, салат с мясом, окей. Какое-то блюдо, окей. Рената, спасибо большое за розу. Это я маленький виноград такой, видите? Кто еще не видел? Он просто дико маленький. Он просто очень маленький. Вот, вот он такой, типа, просто вот. Очень маленький. Мне просто понравилось, что ветки такие красивые, грозди, как в кино, как в мультиках. Короче, ладно, не важно. У меня моя шиза. Все, больше нечего рассказывать, реально. Никаких новостей интересных. Можно взяла кисточку съесть. Гроздь. Гроздь, кисточка. Короче, мы пошли с этим знакомым гулять, и я сказала в эфире, что у меня температура, типа, мне нужны таблетки. Он мне принес таблетки. Это я их скрутила. Прикиньте, пачка таблеток. Вот это я понимаю мужчину, понимаете, когда... Когда вот, вот прям мужские поступки. Уважаю. Мне кажется, я уже говорю это 20 раз. Беларусь, Минск. Вот. Это жесть. Он отрывается с этими хвостиками. Нервирует меня уже. Воу. Что? Привет. О, прикольно, что? Типа, прикольно. Your eyes are so beautiful. Thank you so much. And you. Я, кстати, думала, что за лето потяну английский. Сколько я не собиралась нанять репетитора, заняться, я этого не сделала. Беларусь. Where you from? I'm from Belarus. Что кушаешь? Это я ем виноград, он такой вот, вот, уже показывал, очень маленький. Я не знаю, зачем я его купила, был огон без костей. Если бы он был такой маленький, отрывался с хвостиками, еще были косточки, я бы его выкинула с окна, мне кажется. Привет, красивая. Привет, доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Все. Почему вы не спите? Ладно, я, типа, я веду стримы, мне нужна активность поднимать, мне нужно, чтобы ТикТок видел, что я жива, что я здесь нахожусь. Зачем вы не спите ночью? Это очень плохо. Дела хорошо, можно без дорогой? Russia, no. Беларусь. White Russia. Как у вас дела? Какой город? Дела хорошо. Город Минск. Это очень красивое, честное слово. Спасибо. Бон аппетит. Спасибо. Днем выспался. Плохо. Я, короче, сегодня легла спать. Я сплю под подъездельником. У меня открыт балкон. Окно на балконе и двери на балкон. Очень прямая. Не поняла. Короче, я проснулась от того, что мне снился сон. И было очень холодно. Я прям... Коржа любишь? Ну, все его любят, мне кажется. Я проснулась от того, что было очень холодно, дико холодно. И я, короче, пошла просто за одеялом. И проснулась в 7 утра. И потом я уснула и проснулась где-то в час. И прям с температурой. Потому что, наверное, из-за зубов, которые режутся. Это хорошо. Спасибо за лайки. Это хорошо. Так резко похолодало. У тебя очень красивый волос. Спасибо. Очень приятно. Мудрость. А, мудрость? Да, мудрость.
Это волосы. Если бы вы знали мою историю волос, как я их вытягивала, как я втихаря покупала утюжок, как я их покрасила в 11 классе втихаря от мамы в черный цвет. Опробовала не одна спать, совсем другое ощущение. Пробовала. Ну, кстати, только с любимым человеком можно спать. Ненавижу спать либо с друзьями, там, с подругами близкими. Ну, в смысле, отдыхать ночью спать. Для меня кровать — это, типа, очень интимное место. Очень... Короче, просто с кем попало, нет. Лучше одной. Я про это, я не знаю, про что-то я не поняла. What the hell? Что значит hell? Я не помню. You are so nice. Это я понимаю. Hell? Что такое hell? Что же, такие вещи ты пишешь? I from Amsterdam. Окей. Это святое. У тебя нет любимого? Не, нет. Если у меня был любимый, мне кажется... Ну, не кажется, я бы не сидела в ТикТоке. Если у меня будет мужчина... Я точно не буду сидеть в ТикТоке. Но это жесть, это неуважение к человеку. Ну, не буду зарекаться, но типа у тебя есть мужчина, ты сидишь в ТикТоке и разговариваешь с другими людьми, мужчинами. Это как-то ужасно, это вообще какой-то кринж. Нет, разные ситуации бывают. Не знаю, не хочу зарекаться, но мне кажется, что нет. Хочешь со мной дружить, дорогая? А-а. Почему нет? Ну, это какой-то глупый вопрос, я не знаю, как на него отвечать. Почему у меня нет мужчины? Наверное, потому что его нет. Это точно. О, Давыдов, привет. Решил написать. Что я хотела сказать? Ну, любимый человек либо есть, либо его нет, и все. Вот, других вариантов не дано. Доброе утро с Норвегии. Привет. Легенда. Я легенда, да? Where are you from? Angel. I from Belarus. Что маги тебе сделать до... Доска. Доска. Такая красивая заябун. Спасибо. Привет. А чего ты так пишешь? Тебя заблокировали? Вы из какого города, девушка? Минск, Беларусь. Девушка. Гай, ставьте, пожалуйста, лайк. О, женщина. Не знаю. Не знаю, про кого вам. Спать иди. Сама иди спать. Я тоже тебя рада видеть. Иди загорай на море. Купайся. Классный город. Угу. Не могу. Попробуй, попытайся. Guys, tap on the screen. Ставьте, пожалуйста, лайки. Давайте соберем 100 человек в эфире. Такое может произойти? И залетим в рейтинг. Давайте. Ну, как в старые добрые времена. Beautiful woman. Спасибо. Давай встретимся. Не встречаюсь с людьми без фотографии, к сожалению, или к счастью. Не имею такой привычки. Вот такие вот дела. Откуда? Откуда? Оттуда. Беларусь, Минск. Давай. Что давай? Спасибо за подписку. Привет, Париж. Guys, tap on the screen, ставьте лайки. Типа всего лишь 2000к, это вообще типа очень мало. Давай залезем в суши-бар и закажем все меню. Где, в какой стране ты живешь? Мне нравится умами. Очень вкусное. Ну, из последних прям типа топ. Вкусно. Я, кстати, не знаю, хочется много, а потом ты заказываешь и немного съел, и все. Не представляю, как девушки, которые съедают там типа 3 разных ролла. Маме сколько лет. Это называется заведение. Неделю назад был в Минске у вас. Мистер Асадаулах. Тикток без стратегии. Это просто суета перед поражением. Ничего себе, как все серьезно. Норвегия. Guys, tap on the screen. Ставьте лайки. 2000 лайков. Tap on the screen. Hi,